За миллионы лет эволюции природа создала множество сложных локомоторных систем. Часто инженеры, создающие роботов, используют природу в качестве вдохновения для создания сложных и совершенных роботов. Смотрите топ самых невероятных плавающих, летающих, прыгающих и бегающих роботов-животных. Одна из первых роборыб Эракуда была создана немецкой компанией Феста еще 10 лет назад. Тело робота из кевлара скрывает внутренний плавательный пузырь и пневматический привод. Робот полностью копирует форму и кинематику движения атлантической трески. Четыре привода Fluidic Muscles, имитируя мышцы, обеспечивают S-образное движение и гибкий угол поворота хвостового плавника. Сам плавник работает по принципу Finray Effect, то есть если к нему приложено боковое давление, геометрическая структура изгибается сама по себе против направления силы. Современная роборыба Miro получила название как сокращение от морского разведывательного робота. Робот, созданный компанией Aero Inc. из Южной Кореи, имеет два двигателя и четыре датчика расстояния, которые помогают ему плавать во всех направлениях, избегая препятствий. Также он может нырять на глубину до 50 метров. Мягкая роботизированная рыба Софи, созданная инженерами Массачусетского технологического института, создана для наблюдения за морскими обитателями. Имитирующий настоящую рыбу робот управляется с джойстика Super Nintendo. Задняя половина рыбы сделана из гибкого силикона и резины, а передняя напечатана на 3D принтере и содержит всю электронику, а также камеру рыбий глаз. За погружение и всплытие робота отвечает блок управления, регулирующий давление воздуха внутри корпуса рыбы. Робот-медуза Aqua Jelly от Феста оснащена светодиодными фонарями, 8 щупальцами, литий-ионной батареей, навигационной системой, 2 двигателями и различными датчиками. Последний контролирует движение, реагирует на заряд батареи и внешнюю среду. Движения робота завораживают и полностью копируют движения настоящей медузы. Октобот – первый автономный мягкий робот. Внутри силиконового тела находятся напечатанные на 3D принтере пневматические камеры, которые заполняются газом в результате химической реакции перекиси водорода и платины, чтобы питать щупальца бота по 4 за раз. У осьминога нет скелета, батареи, микрочипов и компьютерного управления. Но в будущем роботу могут найти применение, ведь он может работать под водой и протискиваться в самые узкие щели. Octopus Gripper от Феста – это не полноценный осьминог, но действующий роботизированный захват, вдохновленный его щупальцами. Устройство с пневматическим приводом изготовлено из мягкого силикона и имеет 2 ряда присосок на внутренней стороне. Применяя сжатый воздух, щупальце может обвивать объекты различной формы и при необходимости задействовать вакуумные присоски для надежного сцепления. Змеи давно не дают покоя робототехникам, и Illum – лишь один из примеров. Робот способен автономно плавать под водой, обладает змееподобной ловкостью, а модули в его корпусе можно менять местами и адаптировать под разные задачи. Робот предназначен для инспекции, технического обслуживания и ремонта подводных коммуникаций. Он оснащен камерами, датчиками и набором инструментов. Еще один популярный образ для робототехников – пауки, самый продвинутый робопаук на сегодня у компании Festo. Робот Bionic Wheelbot точно воспроизводит уникальные движения настоящего марокканского паука, который умеет как ходить, так и быстро передвигаться с помощью перекатов. Роботу в этом помогают 15 крошечных двигателей. Хотя это исследовательский проект, робот с таким разнообразием движений может изменить правила игры на неровной или сложной местности. Его разработчики предполагают, что он может найти применение в сельском хозяйстве, на дне океана и даже на поверхности Марса.
Но больше всего роботов-пауков относятся скорее к роботизированным игрушкам. Например, робот Robotix T8X – перезаряжаемый, программируемый и поддерживающий беспроводное соединение, что позволяет пользователям дистанционно управлять его 26 контактными двигателями. T8X выпускается в гладких и волосатых версиях, и любая из них может стать вашей примерно за $950. Scorpion Hexapod, разработанный 3 студентами бельгийского университета, копирует строение и поведение скорпиона. Ноги и хвост робота напечатаны на 3D-принтере. Scorpion Hexapod движется в разных направлениях и избегает препятствий с помощью инфракрасных датчиков. Он видит приближающиеся предметы с помощью бортовой камеры и может очень быстро нанести по ним удар хвостом, как настоящий скорпион. Инженеры не обошли вниманием и насекомых. Так, бионикоптер от Феста, созданный на основе стрекозы, хотя и больше оригинала, в замедленной съемке полностью повторяет движение насекомого. Бионикоптер может лететь вперед, назад и резко останавливаться в воздухе. Он имеет сверхлегкий корпус из углеродного волокна и 13 степеней свободы. Сенсорика, приводная техника и механика, а также техника управления и регулирования, монтированы на очень маленькой площади и согласованы между собой. В дополнение к системе управления общей частотой взмахов и поворотом каждого крыла, в каждой из них интегрирована система управления амплитудой. Угол поворота крыла зависит от направления вектора тяги. Благодаря системе управления амплитудой силу тяги можно регулировать. В результате робот-стрекоза может занять любое нужное вам положение в пространстве. Самый маленький летающий робот в мире RoboBug X-Wing, разработанный в Гарварде, использует 4 крыла вместо 2 и может летать автономно без привязки к источнику питания. Робот весит всего 259 мг вместе со всеми системами и может приземляться на листья растений, как настоящее насекомое. Размах крыльев робопчелы составляет 3,5 см, а питается она от солнечных панелей. Этой энергии достаточно, чтобы частота взмахов робопчелы достигала 120 раз в секунду. Bionic Swifts не первые птицы, разработанные Festo, но первые с такими реалистичными крыльями, имитирующими оперение настоящих птиц. Отдельные ламели сделаны из сверхлегкого, гибкого, но очень прочного пенопласта и лежат друг на друге как черепица. Соединенные с углеродной остью, они прикреплены к основе крыла как перья у настоящих птиц. При движении крыла вверх отдельные ламели расходятся веером, так что воздух может проходить через крыло. Это означает, что птицам требуется меньше усилий, чтобы поднять крыло. Во время движения вниз ламели закрываются, позволяя птице отталкиваться от воздуха. Каждый из 5 созданных роботов Bionic Swift весит всего 42 грамма, из которых 6 граммов – это аккумулятор. Один двигатель управляет взмахами крыла, в то время как 2 других необходимы для управления полетом. Робоптица Silent Flyer от FlyGildi – это бесшумный беспилот, который двигается как настоящая птица. Дрон полностью автономен и может летать со скоростью 55 км в час на высоте до 300 метров. Робот-птица может держать камеру и летать до 40 минут при постоянном взмахе крыльями или значительно дольше, используя функцию планирования. При размахе крыльев 1,2 метра дрон двигается почти бесшумно. Разработчики планируют в будущем повысить летные характеристики беспилота, используя методы искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы Silent Flyer мог работать в более сложных погодных условиях и при сильном ветре. Также в будущем дрон станет водонепроницаемым и научится нырять. Инженеры Калифорнийского технологического института считают, что жесткие устройства с быстро вращающимися пропеллерами не всегда безопасны. Вот почему они решили создать летающего робота летучую мышь. Однако настоящие мыши в полете используют более 40 суставов, так что инженерам пришлось оптимизировать конструкцию, и они смогли обойтись 9. Упрощенная летучая мышь пока не может подняться, но ее бортовой компьютер и датчики позволяют ей автономно выполнять планирование, повороты и ныряние.
Инженеры Феста также решили поэкспериментировать с полетами без перьев. Bionic Flying Fox — это полуавтономный робот, взлет и посадку которого контролирует оператор. Его огромные крылья могут компактно складываться благодаря эластичной мембране из трехмерного трикотажного полотна в сочетании с двумя воздухопроницаемыми пленками, которые пришлось разрабатывать специально для проекта. В результате крылья получились очень легкие и сильно растяжимые. Роботы весят всего 580 граммов, имеют длину 87 сантиметров и размах крыльев 228 сантиметров. Маленькие двигатели в корпусе регулируют каждое крыло отдельно, в то время как более крупный двигатель постоянного тока отвечает за взмахи. Машинное обучение помогает оптимизировать Bionic Flying Fox свое поведение в полете и при маневрах, так что со временем робот становится умнее и проворнее. Bionic Kangaroo – это робот, который может прыгать как настоящий кенгуру, достигая 40 см в высоту на расстояние 80 см. Инженеры Феста 2 года изучали уникальные движения животного, прежде чем создать эту искусственную адаптацию. Как и настоящий кенгуру, робот может восстанавливать энергию при прыжках, сохранять ее и эффективно использовать для следующего прыжка. Робот весит всего 7 килограммов и обладает высотой в 1 метр. Bionic Kangaroo полагается на небольшой компрессор, чтобы обеспечить высокое давление воздуха для пневматических мускулов. Сложная кинематическая система управления позволяет роботу сохранять равновесие. Есть еще роботы-гепарды и роботы-собаки, но о них мы рассказывали в видео по ссылке в подсказке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, каких еще роботов вы хотите увидеть в наших следующих выпусках.